У нас был план поддержать Пизанскую башню. А то вдруг упадет, а мы ее так и не поддержали. К счастью для нее, она от нас всего в одном дне пути. Выезжаем из Штутгарта, переезжаем какие-то знаменитые горы, чуть-чуть равнины, и спустя всего 800 километров, вот она. И прикиньте, она еще стоит. Успел, стоит, не падает. Надо сказать, что желающих ее поддержать тут полно. Не проходит и секунды, чтобы ее кто-нибудь да не поддержал. Мы не остались в стране и сделали это всеми открытыми человечеством способами. Но вообще я бы так не волновался. В ближайшее время она не упадет, скорее всего. Дело в том, что падать она начала почти сразу, примерно 800 лет назад, когда построили 3 этажа из 8. Во многом поэтому строили ее долго, больше 200 лет. Она продолжала падать, а они продолжали строить. Целеустремленные ребята. Но спасали красавицу от ее шаткого положения на протяжении всей ее истории. От замены колонн до замены грунта под ней. Ее даже немного выровняли. А в 2008 году башня перестала падать. Но в любом случае, будете рядом, заезжайте, поддержите, ведь поддержка, она всем нужна.